Ешь кашу. В садик опоздаем. Ну, невкусно, как в детдоме давали. Да. Да, суховато. Пересластил. Да, все, хватит. Играть? Пойдем в садик. Там позавтракаешь. Отдай. У тебя гимнастика когда? Гимнастика только в среду и в пятницу. Уважаемые родители, я вам объясняю русским языком. У нас карантин из-за прививок. После прививки несколько детей попало в больницу. Возможно, это некачественная вакцина, но может быть стафилококк. По правилам, детский сад будет закрыт, пока мы не разберемся. Ура! Дед Макс, поехали домой. То есть вы до сих пор не знаете, что случилось? А как брать деньги с родителей, так и ничего. Я у вас брала деньги. Нет, вы лично у нас ничего не брали. Но нам хорошо известно, что творится в детских садах, как двигается там очередь и вообще. Я уже 6 материалов по этому делу в нашей газете написала. Ну ладно, ладно. Ну сказали, что карантин. Разберутся и найдут виновных. Да? Дед, извините, а вы кто такой? Вы почему прикрываете дирекцию? Да никого я не покрываю, просто. В том-то и дело, что прикрываете. Да ладно, я вот дочку привел. Мне тоже этот карантин достал. Знаете, я спешу на службу. А где вы служите? В полиции. Да теперь все ясно. Что вам ясно? Ясно, почему вы прикрываете дирекцию, как вообще вы попали в детский сад. Да никого не прикрываю, что с ума сошла, что ли? Я не сошла с ума. Как у вас фамилия, скажите? Вы когда встали на очередь? Что-то я вас не припомню, когда мы год назад били здесь за наши права. Да мне некогда за права биться, у меня работа есть. Понятно! Били! Вы что? Нападение на журналиста. Я не знаю, кто вы такой, я выведу вас на чистую воду. Зачем? Понятно? Снимайте. Представьтесь, пожалуйста. Майор Лютер. Ну и где Лютов? Пока не пришел, Елена Геннадьевна. Или пришел, просто не в курсе, что мы здесь. Ну так пойди поищи. Давайте я лучше схожу поищу. Извините, Эдуард Петрович, накладки. Ничего страшного, Елена Григорьевна. В конце концов, это поправили. Я домой хочу. Так, посидишь здесь, здесь интересно. Не хочу тут. Так, я тебя прошу, не капризничай, я не люблю этого. Товарищ майор, ключи верните. Машина ведь после угона. Вы ее со стоянки взяли, а если хозяин придет? Ну, придет, я другую возьму. Мне пока это нравится. Я же не могу без машины-то вообще. Коль, не до тебя иди. Шеф, там Ракова срочно к себе требует. Что хочет? О! Да никто не знает. Собралась в кабинете, сидит какой-то майор, вся грудь в крестах, а так неизвестно. Пойдемте. Ага, нравится? Шеф. На, играй. Пойдем. Привет. Привет. Прости, на ЧП детский сад закрыли на карантин, я опоздал, извини. Ну да. Холмогоров. Эдуард Петрович. Да, Лютов, майор. Если вкратце, майор Холмогоров мой новый заместитель. А, извиняюсь, вы из какого отдела, товарищ майор? Я из Санкт-Петербурга.
Ну, так это много объясняет. Давайте без идиотских намеков. Эдуард Петрович наведет порядок у вас наконец-то. Ну, вы с Садом свой вопрос решили? Майор. А? Да, да, в процессе. Ну, решайте скорее и включайте. У нас очень серьезный дед. Да. В автокатастрофе погиб журналист Сергей Калашников. Дорожно-транспортными-то не занимаемся. А? Или у нас какие-то с утра новые веяния? Это же Калашников, известный правдоискатель. Надо исключить вариант убийства. Тем более он у нас недавно проходил свидетелем. Да, был такой. Ну вот ты этим и займешься. Исключи убийство, успокой общественность. Все, все свободны. Ну, окей. Ты че? Извините. Да. А ведь я им не понравился. Ничего, привыкну. Что-то я вас не припомню, когда мы год назад боролись за наши права. Да мне некогда за права бороться, мне на работу спешу. На работу? Вилли! Нападение на журналиста. Я разузнаю, кто вы такой, я выведу вас на чистую воду. Понятно? Оставьтесь, пожалуйста. Майор Лютов. Соня, ну ты что делаешь? Не стоит здесь рисовать, ладно? Тут всякие... Мне скучно. Ну, Хаскевич, ты вообще не знаешь, чем ребенка занять, а? Не-не-не, я пас. Маринка сейчас придет, что-нибудь решат. В процессе, говорите? Да. Я же говорил вам, карантин у девочки в садике. Не слышали? Слышал. И даже видел. Представьте себе, даже вас видел по телевизору. Те уже успели показать? Мерзавцы. Я смотрю, вы журналистов недолюбливаете. Ну а что мне любить, этот крысятник? И тем не менее, сейчас вы с товарищем... Хацкевич. Хацкевичем, да, спасибо. Сейчас вы с товарищем Хацкевичем отправитесь на место гибели журналиста Калашникова. А я... Майор, решайте проблему. Да. Давай, поедем прогуляемся. Не хочу. Да ладно, там красиво. Автострада, вид сверху, лес виден. А в лесу, между прочим, яблочки, грибочки, цветочки. Да, белочки, лисички всякие. Покойнички, молодцы. Ребенка на место ДТП со смертельным исходом. Молодцы. Выходи, Маш. Я? Да. Давай, давай, ты тоже. С ребенком останешься. В смысле? Да, головой за нее отвечаешь. Здравия желаю, товарищ майор. Следственному комитету. Че это вас подключили? Резонансное дело, журналист. А вы че приперлись? Да на тебя посмотреть. Начальство отправило. Исключить убийство, сам же сказал, жертва скандальная. Надеюсь, он сам это, въехал в отбойник, да? То-то, что не сам. Тормозные следы, вмятина на тачке, очевидно столкновение. Вторая тачка скрылась. Значит, завалили шелкопера. Или обычный ДТП. Тут все понятно. Давай, поехали. Чё тебе понятно? Чё, все записал. Значит так, Левашов, Калашников, наш клиент, он проходил у нас свидетелем по делу убийства. Поэтому без отчет мне завтра пришли. И не вздумай там ничего не заметить. Я же, знаете, лишь бы дело закрыть. Серёг, иди. Ты чего раскомандовался, а? Я не обязан тебе ничего присылать. Слышь, мне на твои обязанности как ниже стремень. Вот наплевать, очхать.
понял? Я сказал, ты сделал. Лютый, ты не в своем уме. Я сказал, ты понял? Иди, слышь меня? Погуляй, погода, смотри, какая хорошая. Подыши воздухом. Ты что, Толя, не кипятись. Чего ты так раскипятился-то? А? У нас он майор новый из Питера. Выслуживается. Нас тоже пойми. Мы же люди подневольные. А мне начальство отчеты писать и Лютому дублировать? Да пошел он! Слушай, ты же умный человек. Придумай что-нибудь. А мы тебе потом поможем. Ну и что это было? А что это было? Что это было, что? Ну а что ты на Левашова наехал? Я сказал, ты сделал. Он нормальный мужик. Да он. Следа хреновый. Ты еще карьерист. Тебя на всем белом свете хоть один человек устраивает, а, Лют? Да, устраивает. Интересно, кто? Я. Давай сюда. Че? Телефончик давай. Какой телефон? Я его еще из машины заметил. Давай, давай, давай. Че думаешь? Улику под шумок подобрал и дело раскрыл? Ага, фиг. Давай сюда. Надо знать, как с этим работать. Знать. Как картину рисовать. Думаешь, краски купил и картину нарисовал? Нужно уметь рисовать. Уметь через себя пропустить. Привет, Ландо. Дело есть неофициальное. С меня коньяк за скорость и секретность. Так, газета. Досье. О, да ты стал интересную прессу читать. Тираж, кажется, 10 тысяч экземпляров. Ну, бумага офсетная. Так, где мой коньяк? Смешно. Не, правда смешно. Ну, серьезно, посмотри аппаратик. Там отпечатки, звонки, ладно? Не, ну это дагестанским не обойдешься, это минимум камю. Договорились. Камю так камю. И сравни отпечатки, если будут, с отпечатками погибшего на медне Калашникова. А... Левашова и следком, знаешь? Ой. Свяжись с ним, он тебе пришлет. Не-не-не-не. Скажи, я Лел, ладно? Да? Ну и где вас носит? Нас уже принесло. Получите, распишитесь. Макс. Че? Когда мы уже домой поедем, наконец? Так, сиди здесь. Здесь тебе тоже будет интересно. Так, а, вот, на, разрисовывай чертей. У тебя это хорошо получается. Ну что, пообедали? Да. Сколько с меня? Да ну что вы, я ее угостил. Ладно, спасибо. Там мне колыбельную. Колыбельную? Это как? Баю-баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок и укусит за бочок. Это? Нет, это мало. Ты знаешь, извини, но я не Кобзон. Ну, читай книжку. Картинки изучай. А то мне это... Так, немножко дела поделать надо. Ка опознания трупова. Каких еще трупов? Каких трупов? Ты что? Отставить. Как она здесь оказалась-то? Вот, смотри, про щучку читай. Проживу. Я пойду позвоню, хорошо? Дядя Макс, ты мне не отдашь назад детский дом? При чем? Какой еще дом? Детский. Вот это вот есть твой дом. И он детский. Ясно? Давай. Делай здесь, что хочешь. Хорошо? Волчок, волчок, сливной бочок. Валера, это Лютов. Привет, северной столице. Не разбудил, нет? Слушай, извини. Нужна информация. У вас там где-то служил такой майор Холмогоров. Зовут Эдуард. Вряд ли есть второй такой. Вот, перевели к нам. Да, что за человек и все такое. Хорошо. Завтра жду.
Может, меня причитается. Ну, давай, все. Главное, там это, на краю не ложись. Все, да, бай-бай. Доброе утро. С дочкой разобрался? Да, там все нормально, разбираемся. В общем так, Лен, я тут навел справки в Питере. Есть у меня там в тамошних кадрах бывший однокашник. Ну, в общем, вот, да. Ну и что? Ну что, Холмогоров сюда отсидеться приехал. Да, это очень хороший ход. Перевестись в другой город на нижестоящую должность, пока все уладится. А ведь там серьезное обвинение в коррупции. Слушай, Лютов, это не твое дело и не мое дело. Если он назначен работать, значит, он будет работать. И не устраивай мне внутренние расследования. Да я не думал никакого расследования. Ты что? Лен, так просто? Да. Информация к размышлению. Если вдруг... Думаешь пригревать его на своей груди? А. Просто перечитай все. Да, а, конечно, непременно. Скажи мне лучше, что у тебя с Калашниковым, а то у тебя много свободного времени. Что с Калашниковым? Ничего с Калашниковым. Разбился Калаш в дребезги. Труп. Похороны скоро. Не валяй дурака, наш клиент. Не знаю, наш он или нет. Будет известно, я тебе сообщу. Ну, я надеюсь. Доложу. Да. Я надеюсь. Ну, и со следаками не ссорься. А, доложили уже? Проинформировали. Знаешь, Лен, пойду я к своим салагам. Давай, все, давай. Вот. Какая молодец. О, у тебя уже все здорово получается, да? Молодец, давай примерим. Я поняла. Еще чуть-чуть, и ты будешь принцесса Весна. Значит так, Калашников шел свидетелем по убийству в салоне игровых автоматов. Вот это вот гражданин Куратов. Проигрался там в ноль, выпил как следует, устроил дебош, и охранник салона Хмелев его решил успокоить тремя выстрелами из травмата. Один раз попал в глаз, диагноз труп. Что там Калашников делал? Писал какую-то статью про подпольный игровой бизнес. Играл по мелочи, случился свидетелем. Кстати, Хмелев из-за этого Калашникова в результате присел. И Хмелев ему обклялся на суде отомстить. Ну что, Калашников там единственный свидетель? Но никто не захотел свидеться, тем более Калашников вызвал ментов. Все свалили. А ничего, что охранник сидит? Слава, ты попробуй пользоваться мозгом. Заплатил кому-то, корешей попросил. Опять же, казино это подпольное закрыли, хозяева могли Калашникову отомстить. А еще это могло быть ДТП... с места которого сбежал виновный. Ты слышал, да? Нет. ДТП – это версия Левашова. Пусть он ее отрабатывает. Понял? Значит так, давайте ваши пожелания, предложения, тосты, если есть. Так, я считаю… О, подожди. Надо дать объявление. Ну, всем владельцам видеорегистраторов в машине. Может быть, кто-нибудь что-нибудь случайно… Макс, смотри, какое вино вспила. Сама. Да. Смотри. Очень крутой. Смотри. Потрясный вино. Сама вспила, да? Так, Слава, ты займись регистратором. Сиди, пожалуйста, не лезь. А можно вместо детского садика буду к тете Марии ходить? Нет, нет, нельзя. Марина тут при исполнении служебных. Да и мне за тебя тут нагоняй собираются дать. Так ты возьми и женись на ней. Во-первых, телефон старый, сменил много хозяев. Это я без тебя знаю. Что еще? Во-вторых, симка левая, такие у каждого метро продаются без всяких документов. Отпечатки пальцев есть, но в нашей базе они не обнаружены, и Калашникову они не принадлежат. Но
Ну? Ну, так как я неофициально занимаюсь твоим телефоном. А, ты про это принес? Ага. Давай, итак, с этого аппарата сделан один единственный звонок, притом на номер твоего Калашникова. Причем за несколько минут до столкновения. Ну, как тебя? Зашибись. Нарочно не придумаешь. Mm. Хотя в жизни обычно так и бывает. Значит, второй водитель звонил Калашникову, а при столкновении телефончик в открытое окошко вылетел. Ну, возможно. Mm-hmm. Отлично. Ну что ж, молодец. На, держи. Заслужил. Что это? Чума. Ну да, ты же произведение не уточнил, а сказал Камю. И вот я Камю. Ах ты, лютый. Да ты же сам чума. Ну ладно, хорошо, хорошо, приди ко мне со своими цацками. Вот, все, теперь только официально и в порядке очереди. А как я занят, ты знаешь. Хорошо, а ты запомни. Камю не пить нужно, а понимать. Поэтому читай, алхимик. Чума. Еще. Твою мать, куда ты? Ну, понятно, понятно. Ну что ж, вы очень нам помогли. Да что там, не видно же ни черта. Все верно, я вот тоже не могу понять. Было столкновение с КамАЗом, не было. Может, он пьяный был? Твою мать, куда ты? Я вдова. 18 лет уже. Невестка от онкологии умерла. Год назад. Внука не стало. Теперь вот Сережа. Так, ну, а с внуком что случилось? Илюша спортсмен был. Тяжелой атлетикой занимался. Его даже в олимпийскую сборную звали. Сердце нагрузок не выдержало. Его прям с тренировки скорая забрала. И ничего сделать не смогла. Так, давайте-ка я вас лучше домой отвезу. Нет, спасибо, я на троллейбе. А я вас провожу. А, мне все равно нужно осмотреть комнату вашего сына. Если нужно, конечно, осматривайте. Но ведь это же была автомобильная авария. В этом мы и пытаемся разобраться. Товарищ майор, что же вы девочку с собой возите? Я Соня. Вот как. А я Ирина Марковна. Очень приятно. Дочка моя, садик и карантин, вот, приходится с собой таскать. А что же вы няньку-то не наймете? Я, честно говоря, не знаю, как их нанимать. Ну, если хотите, может быть, я со своими коллегами поговорю. Я же учительница. Русский язык, литературу преподавала. А пенсионеркам переработка не помешает? Слушайте, было бы здорово. Ну, хорошо. Спасибо. Похоже, вас обокрали. Погоди, детка. Да как же так? Я же на два замка дверь-то закрыл. А что же делать-то теперь? Как? Да какие же это замки? Сейчас я позвоню своим салагам, а вы пока посмотрите, что из вещей пропало. Не-не-не, руками трогать не нужно.
Чего-то не хватает? Ноутбука Сережиного нет, а тут папки с его делами, его архив. Ни одного нет. Салага, давай хватай эксперта и на Фокина 23. Там возле подъезда припаркована моя машина. Жду. Квартиру, наверное, придется опечатать. Вам есть где пожить? Нет. Может, гостиница? Молодой человек, это дорого. А, да. Может, у меня? У вас? Ну, у меня жилплощадь позволяет. Я все равно собирался нянь найти. Короче, дверь тупо выбита. Ты соседей опросил? Не открывает никто, все на работе, похоже. И отпечатков тут полно. Сам черт ногу не разберет. И у вас нужно будет взять, милейшая, да, для сравнения. По-моему, это такая унизительная процедура. Но это нужно для того, чтобы отличить ваши отпечатки от остальных. И от отпечатка вашего сына. Да. Так, Камил, ты давай, продолжай. Я увожу человека. Все. Вы знаете, я подумала, это лишнее. Я что-нибудь придумаю, я не поеду. Халат берем. Берем. Итак, собрались. И поехали. Проползаем. Это я случайно обронил. Сейчас все приберу. Легким движением руки. Ноги верни. Да. Так, пардон. Дядя Макс на службе. А я одна по хозяйству не справляюсь. О, молодец. Тоже обронил случайно. Уберу позже. Знаете, я сейчас составлю список, а вы пойдете в магазин и купите все необходимое для уборки. Да, хорошо. На броде. КамАЗ? Точно тот самый. Какой карьер? Да, знаю. Сейчас буду. Вызывают. Знаете что? Давайте-ка вы сами сходите и купите все необходимое. А Сонька покажет, где магазин. Идет? В кабине обнаружены осколки водочной бутылки. Я вижу такую картину. Какой-то пьяный кретин угнал грузовик. Чей КамАЗ? Частника. Стоял на неохраняемой базе. Хозяин узнал о пропаже уже по факту обнаружения машины. Ну, номера целые, гайцы позвонили. Ага. Ну что, понятно? Давай дальше бухти про этого угонщика. Ну, он угнал грузовик, поехал кататься.
На шоссе еще добавил. Случайно зацепил машину Калашникова. Испугался, загнал КамАЗ сюда и сбежал. Как все убедительно. Рад? Раскрыл дело, Левашов? Чем ты еще недоволен? А тем, что квартиру Калашникова сегодня обокрали. Причем сделали это целенаправленно. И вся твоя стройная версия с пьяным угонщиком сюда не вписывается. Обломись, Левашов. Короче, я в редакции новостного портала, где работал в последнее время Калашников. Тут пожар. Чё? Я редактор, моя фамилия Толочко. Я знал, что так закончится. Вот мы же независимые СМИ, нас ноги не любили. У вас камеры наблюдения-то есть? Независимые СМИ. Мы всего месяц как этот офис сняли, ничего не успели поставить. Ну, тут все ясно. Разбили форточку, кинули пару бутылок с зажигательной смесью и... Финита. Ля комедия? Да, ля-ля фа. Так, Толочко. Сергей Калашников у вас работал? Да. Мне штат, правда. Он же с принципами пишет, куда хочет. Mm-hmm. Все скидывал по электронке. На сервере все хранится. Хранилось, молодой человек. Сгорел сервер. Кстати, электронная почта Калашникова взломана, да? Все файлы уничтожены. Это я проверил, как знал. Я понял. Так, информация, над чем работал в последнее время Калашников, есть? Да он много над чем работал. Его, конечно, за его правду многие не любили, но я бы на вашем месте по игорным заведениям прошелся. В каком смысле? Мы с Калашниковым встречались недавно, он весь побит в синяках. Я спрашиваю, что случилось? Он говорит... Ведет одно расследование, связанное с игорным бизнесом. Сунул нос, дали в глаз. Переехал в гостиницу. Матери сказал, что в командировку уехал, чтоб не беспокоился. В глаз, говорите, да? Да. В глаз это хорошо. Глаз это... Алло, да. Я в редакции, тут поджог. Все сгорело чертям собачьим. А Калашников в последнее время занимался какими-то делами по игорным клубам. К утру? Я тебя понял. Все, отбой. Здравия желаю. Здравствуйте. Доброе утро. Что, сломались? Плановое обслуживание, товарищ майор. Вы здесь. В отделе никого. Только Марина дела просматривает. Позвольте полюбопытствовать, вы сейчас каким делом занимаетесь? Делом Калашникова, товарищ майор. Это вообще-то мой отдел и мои подчиненные. Или вам что, рапорт в трех экземплярах написать, кто чем занимается? Надо будет напишите. Здравия желаю, товарищ майор. Здорово. Здорово, салага. Вовремя подгребать, как договаривались, да? Ничего, что на 30 минут пои. Слушай, может, хватит уже вот эти салаги, все эти фигни? А кто-то, барракуды, что ли? Слушай, Евгений, относись ко всему легче, и да прибудет с тобой сила, все. Салага. Анархия здесь у вас, анархия. То, что хочет, тот то и делает. Хорошо, хоть вы больше ребенка на службу не таскаете. А чего же это вы к нам таким плохим из Северной Пальмиры перебрались? Что там, проблемки какие-то? Слушай, Лютов, ты в мою биографию не лезь. Я приехал, я уехал. Но карму тебе, если нужно, могу испортить. Перед смертью наш журналист расследовал игорный бизнес. И в конце концов, я так понимаю, начал под нелегальных игроков копать. Вот так, Лёв. Этим все равно отдел по борьбе с экономическими занимается. Есть у меня в ОБП человечек Леша Кузенков. Мы с ним в свое время по горам бандитов гоняли. Может, нам сперва охранника допросить, который клиента завалил? Это охранник сейчас в Удмуртии и варежки шьет, наверное. Если кто и заказал Калашникова морду набить, так это из верха. Лютов, я предлагаю собрать совещание у Раковой. Ага, отлично. Ну давай еще этого, Холмогорова позови. Да, и Холмогорова позову. Вообще-то наш начальник, если ты забыл.
Давай иди советуйся. А я Лёше позвоню. Если кому я отвечать, то и мне. Давай, давай, иди, салага. Вот это называется самодеятельность, Лютов. Простите, я кисок стираю? Да, да, стирай. Что надо? Поиграть. Так это склад. Какие игры? Да ладно. Развивающие. Слышу, Тырок, вали, а. По-доброму пока, прошу. Да нет, здесь круто. Не уйду. Добрый вечер, дамы и господа. У меня для вас две новости. Одна хорошая, другая замечательная. Хорошая заключается в том, что я сейчас буду играть за ваш счет и в свое удовольствие. А замечательная, когда я буду выигрывать, то буду отпускать по одному на свободу. Ясно? Пожелайте мне удачи. Че, не работает, а? Зараза. Не спать, не спать! О, выиграл! И у нас появился первый освобожденный. Ты выиграл? Вот ты победитель. Поздравьте его, ребята. Давай, давай, иди на свободу, сними наручник. Вообще беспредел. Давай тут не хами, а то я сейчас на дорожку что-нибудь сломаю. И стукани своему хозяину. Какой я здесь викторину устроил, понял? Давай, 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 иди. Ну ты и шоу устроил, Макс. Ну, если я обещал развлекуху. Все, давай. Садись. Дальше ты сам. И без моего распоряжения никого не отпускать. Ага. А если я выиграю? Ну, если выиграешь, то все остаются на своих местах. Лимит на счастливчиков закончен. Давай, играй, наслаждайся. Лютый. Садись в машину, разговор есть. Заодно до дома подвезу. Да я даже не знаю, о чем мы с тобой говорить-то можем. Да ладно, не знаешь ты. Да, не знаю. Садись. Ну ладно. Не по-людски поступаешь, Лютый. Мало того, что не на свою поляну лезешь, так еще и по беспределу. Да ладно, что-то какой беспредел. Лежат люди, отдыхают, спят. Чем не так? Ладно, спрошу тебя иначе. Чего тебе от меня надо? Я вообще домой шел. Тебе и от меня что-то надо. Давай ты и спрашивай. Прессовать заканчивай. Если есть вопрос между нами, давай решим. Ну, идет. Калашникова вы убрали. Журналист, который проходил свидетелем, где ваш горилла из травмата, клиента в игровом салоне шлепнул. Да зачем нам о щелкопера мараться, Лютый? А побили его недавно ваши. Побили наши. Но одно дело по морде надавать, совсем другое мокруха. От не убедил ты меня, пилот. Ладно, даю тебе 3 часа. Будет информация по Калашникову. Отпущу заложников. Не отпиняй на себе. Рейды продолжатся. А теперь вези меня, извозчик.
Ирина Марковна, так рано встали? В школе уроки рано начинаются. Привычка. Ага. Ну, я на минутку переодеться, помыться. Максим. Да? Можно я задам вам один вопрос? Конечно. Почему Соня называет вас дядя Макс? Вы ей отец или... Ирина Марковна, это сложный вопрос. Случилось так, что мне пришлось забрать ее из детдома. Вот. Знаете, не хочу в попыхах рассказывать. При случае побеседуем, хорошо? И вот что. Называйте меня на «ты». Ну, так проще будет. Ладно? Постараюсь. Отлично. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Да. Алло, начальник, вроде успел я, выйди, побазарим. Никто из наших журналюгу не мочил, Лютый. И заказов не было, и слухов вообще никаких не ходит. Вообще не наша тема. Веришь, нет? Ага. Верю. Ну так что, порешали наши проблемы? Ну, как сказать. Зинков, че там где? Слышь, Макс, тут как-то скучно становится. Выиграл? Ага, сейчас. Я же не такой счастливчик, как ты. Тогда давай, распаковывай всех и домой отпускай. А, слышали? Давайте, отпускаем всех. А, подожди, Макс, а что с автоматами делать? Как что, я ж не показал. Утилизируй. Ребят, отойдем. Вы что творите? Люта, вы что творите? Красиво. Люта, ты что, вы что? Хорош! Я ж тебе сказал год назад, не светиться, закрою. Да чё не так-то в натуре, Лютый? В чём проблема-то, а? Девочки, держим интервал. Максим, не надо нас забирать, мы прекрасно доберемся на метро. Да, хорошо. Значит, сегодня надо еще на медосмотр зайти, раз в месяц у них обязательно. Что, прямо здесь в школе? Да, на втором этаже, там спросите у тренера, он вам покажет. Я сама покажу, идем уже скорее. Макс, иди. Это очень удобно, когда все рядом. А мой Илюша, он в специализированный диспансер ездил в совсем другое место. Какой еще диспансер? Спортивный, при школе Олимпийского резерва. А потом еще туда и Сережа ездил. Ну, я еще удивился, он же здоров, а он мне говорит, не волнуйся, мама, это для профилактики. Ладно, хорошо, посмотрим, что за профилактика. Пока. Настя, выше прыжок, выше, не халтурь. Настоящий, настоящий. Ну, вот. Всегда вы так. Я весь понимание, что нужно. Я был у врача, который наблюдал Калашникова. Он мне выдал список препаратов, которые тот принимал. Посмотри, что за химия, ладно? И еще, узнай прямо сейчас, кто делал вскрытие сына Калашникова Ильи. И, соответственно, писал заключение. Я вообще не понимаю смысл вашего визита. Есть официальное заключение – сердечная недостаточность. И эти все инсинуации… Какие еще инсинуации? Я не собираюсь с вами это обсуждать. Тем более с неспециалистами. То есть с вами уже говорил отец покойного Калашникова? Приходил сюда этот фантазер. Он очень долго мне докучал, но я не понимаю, чего он от меня хотел добиться. То есть вы испытывали к нему чувство личной неприязни? Я сейчас на что намекает? Что я его убил? Да. Значит так, господа, наш разговор закончен. Выйдите из кабинета сейчас, пожалуйста, не мешайте мне работать. Выходите отсюда и все. Если вам надо меня допрашивать, вот выписывайте эти ордера, тогда будем разговаривать. Сейчас выходим и оставляем служебное помещение. Мне работать надо, вы мешаете мне. Антон Филиппович, выходим. Антон Филиппович, давайте выходим. Не будем нервничать. Мы будем нервничать, потому что вы мешаете мне. Пусть нервничает. Мне нравится.
Что за тон вообще? Что значит вам... Как я буду жаловаться вашему начальству? Вот зачем вы так говорите? Да вот стукнуть бы вас вот, вот нельзя. Что значит стукнуть бы вас? Ну почему же нельзя? Когда нельзя, но очень хочется. А можно и стукнуть. Иди сюда. Что значит ружечек? Слушай меня сюда, Филиппыч. Я все равно правду узнаю. Только тогда ты сам будешь умолять меня выслушать. А я подумаю. Извини. Халатик тебе помял. Иди работай. Пациент нервничает. Пойдем отсюда. Что ж такое-то? Рабочий день закончен. Да. Да, это Даржинский, патологоанатом. Срочно приезжайте ко мне. Это вопрос жизни и смерти. Срочно. Давайте быстрее. Юрасов Игорь Анатольевич. В прошлом спортсмен, дзюдоист, к криминальному миру вроде бы отношения не имел, но в результате полученных травм был вынужден оставить профессиональную карьеру и работал силовиком-коллектором, пока не выпустили закон о коллекторской деятельности. После этого числился без работ, но тем не менее на что-то жил и имел возможность покупать дорогостоящие препараты. У Юрасова были сильные боли в результате полученных травм. И он нуждался в сильнодействующих обезболивающих. То, что нашли у него дома, по словам эксперта, у нас не купить, только на черном рынке за много денег. А почему он не устроился на нормальную новую работу? На чем он может? Спортсмен коллектор. В охрану его не возьмут. Все, он на иголках и таблетках сидит. Там медкомиссия везде. Наверное, искал работу по профилю. Там. Припугнуть кого-то, вышибить деньги или зубы, например. Вот, и Калашникова ему просто кто-то заказал. И Даржинского, который делал заключение о смерти сына Калашникова. В общем, личность убийцы установлена. Работаем дальше. Хотя картина мне ясна. Скажите, а Юрасова обязательно было убивать? Наверное, нет. Но когда на меня прыгают с ножом, товарищ майор, то в этот момент я меньше всего думаю о здоровье прыгающего. Так, спокойно. Почему картина ясна? Откуда такая уверенность? Итоги экспертизы. Телефон убийцы с места аварии, с которого звонили Калашникову за минуту до смерти. С отпечатками пальцев Юрасова. Левашов, кстати, рвет и мечет по поводу этого телефона. Да мне пофиг. Я первый его нашел. Кто первый встал, того и тапки. Ну, значит, убийство Калашникова раскрыто. Ну, если бы. Что?
Что вы имеете в виду? Ну, а то, товарищ майор, что там есть еще кое-что, в чем я хотел бы разобраться. Можно? Можно.